Снимаешь? Да. Всем привет! Меня зовут Владимир. Я нахожусь в центральном сафари-парке в городе Бангкок. И это видео специально для флешмоба стихотворения «Без виз». Стихотворение бурятских поэтов. Я нашел первое попавшееся стихотворение Дашид Амбаева. Или Дашид Амбиева. Жизнь, я воздух соленый пью. Жизнь, я песни стихей пою. Слышишь ты ветер над головой? Зовет меня жизнь, пока я живой. В мире тревог дорожных, в мире победных криков иду я тропой тревожной с мыслями о великом.